Выступая перед собравшимися, проректор по лечебной работе РИАС ГМУ Галина Артемьева отметила, стоматология, как ни один другой профиль медицины, обеспечивает высокий уровень качества жизни, к чему так все стремятся. В рамках конференции будут обсуждаться интересные и важные вопросы, потому что стоматология – одна из тех отраслей, которые постоянно внедряют новые медицинские, диагностические, профилактические технологии и может похвастаться этим перед другими профилями медицины. Стоматологическое здоровье вносит большой вклад в сохранение здоровья соматического. Но профилактика стоматологических заболеваний ведет к профилактике всех соматических болезней и, конечно же, сохранению здоровья нации. В рамках конференции в РИАС ГМУ выступят представители ведущих московских вузов. В ходе данной конференции будут рассмотрены самые актуальные вопросы по всем разделам стоматологической науки. Это хирургическая стоматология, ортопедическая стоматология, терапевтическая стоматология. Вот, нацелена эта конференция на аудиторию достаточно широкую, начиная с врачей общей практики, руководителей организации. Сейчас здесь можно увидеть и главных врачей стоматологических поликлиник нашего города, и, соответственно, врачей рядового звена. Один из докладов посвящен реконструктивной хирургии при онкологических заболеваниях челюстно-лицевой области. Будет обсуждаться комплексная реабилитация таких пациентов. Устранение дефектов после опухолевых дефектов челюстей, лицевого черепа – это очень актуальная проблема. Если есть у человека какое-то образование, хирурги удаляют образование, то есть минус ткань получается, нужно восстанавливать. Бытовые травмы, автомобильные травмы, производственные травмы, там тоже есть дефекты. Поэтому всегда и это будет актуальная проблема. Конференция завершит работу 14 декабря. По ее итогам будет выпущен сборник научных материалов. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».